Привет всем! Добро пожаловать на мой канал, с вами как всегда Вервульф, и это продолжение видео «Неадекватный нагиб». Так что дальше вас ждет тотальное безумие, неадекватность и прочая-прочая хрень, и сплошная дичь, и куча матов, еще раз предупреждаю, так что кого это не устраивает, у кого это не нравится, тогда это видео, наверное, скорее всего, не для вас. Опять же, повторюсь, как и в прошлом видео, что никакого уважения к противникам, союзникам, вообще плевать нам на все, мы орем, веселимся и смеемся над всеми и вся, и над собой в том числе. Да, вот, это как бы вторая серия, и она же и финальная. Так что, не знаю еще вообще, что может сказать дальше, после моего первого видео, так что, давайте просто начнем просмотр вот этой хрени, и вы уже там напишите мне, что вы об этом думаете. О, тараканочка, все вообще. Да, охуенно. Все, и тут ВСДшка. Хорошо, сейчас. Господи, люди, мы, блядь, не спали всю ночь, и мы все равно гнем. Че за фигня? Ну, нормально, все. Причем еще, блядь, плотненько докруем. Да. А, по-моему, песню надо сменить. Че? Саундтрек, говорю, надо сменить. У меня здесь тема одна и та же играла. Тут, блядь, сколько. С нами какой-то чернь играет, он просто в респираторе и с пистолетом. На то он и чернь. Ты вообще дурак, да? Погнали. Кусок вазелина, блядь. Тупо, let's go, мазафака. Вазелин. Мазафака. Биг пенис, еще с нами большой пенис играет. Вот, да, да, да. Все, снайпер. Не, ну это вот зря, вот. Зачем? Та игра начинает с того, что кто-то, блядь, меня стреляет со снайперки, я начинаю злиться, отвечаю. В лицо расстреливать его. Смотри, Макс, там тип. Я Макс, видел, два. Там такое было. Три, блядь! Смотри, подыхайте! Четыре, блядь! 4-0. Алёша! Кто-то стрелял? Ай! Голова, голова твоя поймала мою пулю! Сука. Я хотел заныкаться, он закрыться, блядь. Это я прошел сюда. А что ты, ля, ля, какой дерганый, растерянный человек, вообще ничего не смог. Да какого хрена, блядь? Стоп, одна точка сверху, другая снизу или что? Там где батареи лежат. Почему? Да, может быть, вполне. Подожди, какого хрена? Раньше они в одном месте там не были, блядь, я не могу понять. Она по центру была, по-моему, насколько я знаю. Что за бред вообще? Да вообще забей, просто найди батарею. Наверху нету. На чисто все. Я иду на низ тогда. Давай. А там батарея, кстати, несется, так что. Еще один! Еще один, тупо отвечаю. Блять. Не смог. Да, дайте мне пружину, дети, блядь. Да, искажение. Так, черви. Возможно. Типа, ой, а на этом происходит рендере я хоть это. Не особо радуюсь графике, но тут ни искажения нет. В смысле, на какой ты не радуешься графике? На рендере вот это. Обычно? Для слабых, для слабых. А, на конченном? А, ну да, графика говно. Не, ну кстати, ее подтянули. Графика говно, я ведь. Я а, ну блядь. Подтянутое говно, это говно, блядь. Просто немножко в обертка перевернутая. Какой этаж, блядь. Так, ну у меня один рожок остался. Брать, сука, второй этаж, блядь, надо мной, тип. Берите кого-нибудь этого урода, чем. Так, слушай, я короче. Батарея у меня, прикрой меня! Нужна поддержка! Так. Пацаны, ну я несу эту, бойду железную. Кусок мяса. Да, почему, блядь, не командные прикрой бои? Меня, нужна поддержка! Понять. Ой, там враг, убейте! Просто разрыв просто всего и вся, блядь, происходит. Ой, блядь, мне надо записывать, я записываю просто опять. Да и я записываю, а что? Который раз. Опасывают ребята. Аля, размен. Я у типа них, кусок вазель. Так он выхватывал, отвечает меня, уже столько раз его положил.
Он только, блядь, с базы вышел, по щам. Я увидел там в угольном дыму, ты и услышал твои гребаные шлепки по воде. Да ты гля, ну нахера ты тут выскакиваешь? Ой-ой-ой, красавчик, вообще, ребята. Батарею. Он меня прикрыл. Тупо 10-0. Полет нормальный. Ну, нихера себе, как он, блядь, через аномалию так стреляет? А, кстати, Вовчик. Да на этом, на этом рендере аномалии вообще нету, блядь. Нет, нет, как не раз. Ну хуй, она типа вроде есть или вообще нет? Нет, не, она нет. Типа не, она типа есть, аномалии, но искажение. Вроде есть, а вроде да нету никаких нет. Искажений. Искажение вообще ноль, да. Она вроде да, типа блядь. Есть, но ее типа как бы и нет. Я просто, короче, в князя играл, и такой, блядь. А ну, блядь, у князя играть. Почему? Говорю, блядь. Почему, говорю, искажений нету? Да, я просто головы сношу всем именно. О, а кто это пробил? О, Ванька! А кто это у нас ящик? А? Кто у нас ящик? А просто 12-0, если. О. Задрали, шок, убить не могу, шок. Прикройте, батарея! Да, не, ну это бред. Пули не пробиваем, блин. Ребята, батарея! Аля, почему батарейка валяет? Положите. Мы не пробиваем им банал. А, 13-0, блядь. Мы не пробиваем им банал. 14-0. Что ты пробираешь? Попарный маневр с гранатой. Ой, блядь, Макс. Да, тебя убили, херово, у меня патронов нет. А! А у меня у самого, блин, я ему 14 хп. 15, блядь. Да тут их целая, отвечаю, армия, блядь, просто где напасть. У нас, типа, людей, или у них? У нас вроде никого. Ну, нормально. Серия 15. Атакуем! Вперед! Входит на ура. На ура. Так, ну сейчас меня грохнут, отвечаю. Сейчас меня грохнут. Ну, блядь! Валит. Ах ты ж, да, вот не так, что меня грохнут. А нормально я. Да, и вот тварь пришла какая-то меня убила, ну я знаю. Да. Да, не гони. Вообще бред, понял. Да, я тупо типа расстреливаю типа уже. Остается фонарь уже, ну там ХП, наверное, у него 5 походу. Блять, угля своего ебаного понакидали, блять. И просто гранату не закидали. Да ты шо, блять, я убил этого? Убил нахуй. Ай, ааа. И тупо ноги отбили. Ля, почему там сидит? Да, ля. Нашел батарею. Вёль. Ребята, батарея у меня, прикройте! Животное, я тебя поймал, ты задрал тут сидеть, блядь. Ля, они носятся тупо. Второй этаж у нас. Сейчас все будет. Ну ладно. На! Оп-оп-оп! Побежал дальше. Блин, побежал дальше. Самое главное. Ай-ай-ай! А, ляем на урод. Своей говёной. Так, слышите? О, не зря пришел. Ребята, ой, парни, тут две, вижу тут две. Батарею. Слышите? Давай. Я не успел ответить. На А? Или снизу? Алло. Я одну замышу снизу. Алло. Да. Да. Прикройте, батарея у меня! Прикройте, батарея у меня! Прикрой блядь, меня! Тут, подожди, тут крысы, блядь. Да? Где? Кругом. Да вот у нас тут выступает. Как? Господи, какого хера меня человек с пистолетом? А, он меня даже не прикрывает, ему вообще насрать на него. Ты, блядь, я батарею несу. Прикрой, для нас всех, меня. Брат! Прикрыл бы, ебаный ты, блядь, прикрывали. Ну ты пока тут там цепанул, да? Ребята, батарею у меня, прикройте! На! Опять меня убили. Да что ж такое, блядь? Да, блядь, я не бесполезный. Ну, сразу начинаю. А, там против свалился да. Еще один утоп, блядь. Да, блядь, нахуй аптечку снизу. Оп! Сверху, на втором, на втором. Говнари, говнари. Оп,
блядь! О, блядь! Кто там стреляет? Спасение! Я не понял. Я не только убиваю, но я еще и спасаю. О, ля, там они тупо ютятся все вместе. Надо гранату кинуть. Погоди, не иди туда. Теперь 3, 2. Так, я пойду. А, блядь. Слушайте, ну давайте нам еще 3 батареи. 21 на скин. Слушай, ну я 22. Тут пополняюсь на базе, он приходит, пытается убить кого-то. На кой хер ты такое делаешь? Знаешь, что я на базе, мальчик. Я на базе, значит, все паре. Да, так, что там, блядь? Батарея где-то, блядь, должна там валяться у нас. Блядь. Ну, походу, на Т нету. О, ну там тип, короче, зато есть. Я пошел его во флит. На! Ой, а я нашел. Батарею вообще прикройте. То, что он приседает, вообще тупо не выводит. Прикроешь? Вообще не помогает. У них вот эти обычные уловки, которые у них работают, понял, в стандартном режиме, вообще не прокатывают никак. Прикройте, батарея у меня. Ой, так, а там у нас тип. Блядь, да, блять, я не обратил внимания, что сзади у нас Букинбэк 98. Кстати, он батарею забрал, блядь. Он, сука, забрал батарею, вы слышите? Ёбаный в рот, да, блядь. По левой стороне, где-то он ее несет, блядь, себе там, несет вовсю. Я сейчас возьму живокост, блядь, и пойду оторву ему. Так. Леп. Ого! О, проходим, нашел батарею. А вот и батарея. Ребята, батарея у меня. А. Прикройте. Каким образом? Я, блядь, вам говорю, что моя батарея. Прикрой меня. Нужна поддержка. Бля, походу он перед тем, как начал стрелять, сразу захилился. Мне нужна поддержка. Ёп! Ты волк. Непонятно, так, блядь. Убили, все. Меня происходит. Ребята, батарея у меня. Ля-ля-ля-ля, ты подошел, подхватил мою батарею, блядь. Ирин. А так он, нехуй ебал. Ах, ёб, паспорт было, ни одного нет. Там два типа, суки, блядь. Два типа. Они вдвоём в проход вышли, Ну я одного было. Так, а где второй, я не понял. А, понятно. Противоположной стороны. Блядь, сёгуны, лёд тут сёгуны такие. А, ты ещё живой? Блядь, там стягают, ну стоп. Ой, они себе одну батарею принесли, вы прикидываете, ебать. А ну, класс. В себя поверили. Так уж и быть, ладно. Кому как, сейчас так заберем, да, я успел убить, но... А меня это, например, не очень устраивает. Бугимен тупо появился ниоткуда. И тому же счет 10-11. Это топовый счет. 140 кочей у типа. О, блядь. Имбо. Да, господи, да что ж вы... Так, как? Так, я что-то не понял. Что лезете, господи? Ребят, ну... Что, блядь, надо тут стрелять так. Ой, стой! Давай, дырки, дырки, батку, дырки. Тут я налагал, я своего подстрелил, блядь. Не брал. И туда гранаты, сны. Да. Опа, смотри, смотри. И вторая граната пошла. И отхилился. Ай! Я твоих убил! Бах, граната это по твоей. Шо, типа, ну, купил ли я что-нибудь, что о чем ты меня попросил? Ну что бы я там арбуза купил или еще что? Ребята, батарея у меня, прикрой меня, нужна что? Поддержка. Что? Сколько домой зашло? 6 вечер. Ну как приехал, так сразу. Ты понимаешь, 2 килограмма печенки сейчас я выбрасываю. И суба так. Ага, доживем. Да, нет. Прикройте, батарея у меня. Хорошо. Все воруют мои батареи. Не пох. Да, ты с печенкой и супом налагал, да? Да, очень сильно. А, бля, тип хотел убежать. Слышите, у нас... Ты, блядь... По-моему... Ну, я туда гранату кину, сейчас ему для профилактики.
На втором этаже. Давайте, что может не батарею. Кусок вазелина вообще тупо. Не сладко ему приходится, что я могу сказать. Без вазелина ему приходится, блядь. Да. Полторы минуты, я думаю, надо отдать последнюю батарею, как бы. Нет, ты, блядь, иди отсюда. Идеально. Шо? Ты хочешь отдать им батарею эту? Отжать последнюю батарею. Так она и так у них. Не, ну Лёха, типа, я думал, решил не отжимать. Последнюю. Нет, наоборот, я хочу отжать последнюю. Можно выходить, можно выходить, мать, вообще. Вообще выходим, да, чё мы их напрягать-то будем? Ай, его, блядь, и так убили, господи. Слышь, а ты забрал мою пружину, ты забрал, блядь, мою пружину. Сука, я тебя за это убью. Я здесь бой хотел пружину. Нет, тип, беги, блядь. Ой, у нас украли, ну шо ты, воу. Ну шо, Вася, блядь. Харе, блядь, арбу. Заработал еще, блядь, очком. Спасибо. Что, все, больше никто не хочет, блядь. Я себя теряю, когда их много себя терять, я начинаю, я в каждого по пару вот кого нет, почему они серьезно, они надеются? Помогите защитить базу. Я просто разрыв отвечаю вообще, пожалуйста. Мне надо двоих за полминуты убить двоих еще. Один есть, пожалуйста, еще одного, еще. Пожалуйста. Есть! У нас украли, блядь! У нас украли, вы, блядь, ебать! Да, они не успеют, ни хрена не успеют, я не успею возродиться. Мы по-любому выиграем, но просто... 30-20, вот это, блядь, счет, похоже на счет. Прикройте! 30 килов. Мы должны были 9 на 1 победить, победили, блядь, 6 на 1. Если мы... Да потому что я базу, блядь, не остался охранять. Я думал, я остался охранять, но я думал, нашим команду дал, они, блядь, выполнят, нахуй. Да, конечно. Воин, да. Золото. Отлично. Да, все золото у меня, заебись. Ну, конечно. Но. 33 так, ладно, 5, ребятки, блядь. Я пошел на рынок, мне надо сходить там за картошкой, там за мясом, давайте такое. Да, слышь, а убивать кто всех будет? Так что, блядь, посидите пока без меня. Ладно. Ладно, давай, тогда пока без себя. Давайте. Макс ушел, зато Вано сейчас на его месте, думаю, блядь, неплохо себя чухать будет. Блядь, она как чувствует, отвечаю, блядь. Кто, шо? Да Марина, я хотел написать Марине. Она мне сообщение присылает, отвечаю. Лол. Ой, блядь. Господи, не спать всю ночь, потом сесть, блядь, упоротами, блядь, втроем ебашить сурвариум и всех гнуть, ебать, блядь. Чудеса на виражах, блядь. Шо написал, блядь? Анша Абдуль, блядь. Да иди ты, блядь. Сейчас. Подожди, там игра уже все же поехала или нет? Да, где ты там, ты что, свернутый, блядь? Да я развернулся, все. Подожди, стоп, я на телефоне буду еще переписываться. Правильно, Вано пишет, вали фанатиков, блядь, вали нахуй, блядь. А ну жду, блядь, сейчас... Талиб, ёбан, всё, блядь. Всё, я понёсся. Так, подожди, командный бой. Да, всё, ребята. Просто... Да, что это за вафлы против нас играют, типа, непонятные? Блэк, чё, не тот самый Блэк, блядь? Или рука. Ну вот и первая, блядь, кровь. Воу-в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 оу-
Я вот кто-то расстреливает, его убил. Ванно его убил. А Ванно сейчас, блядь, до нас двоих нахуй тянуть еще, блядь, да я вы. Он и переписываться успевает, и стрелять, блядь. Даля! Леха, наверху, ой, Ванно, блядь. Блядь, они какой-то конченый тип, отвечаю. Ванно. Вот этот ЕФП, это, походу, телепал, ну, план такой конченый, походу. Я типа... Да, фу, отвечаю, уроды. Да вы ничтожные, отвечаю, все равно. А нафиг, блядь, гайдоны метлы. Да ну нахуя ты там стреляешь, блядь? Ты сейчас я тупо уже на базе раздаю. Вил снайпера просто, господи, который. У нас люди со спасом в команде. Пишешь, блядь. У меня патроны уже закончились, я со СВД буду сейчас расстреливать. Анша Абдуль, он опять пишет, бля, ну блядь, больно. Перестрелки мне сейчас начали выступать. Я могу то убить. Я, блядь, открытый. Ты же, ну я слышу, как. Нарваться я люблю. На! Твою душу. Ты
ты видал, блядь, два хедшота, блядь. Упор. Ооо, да все. Да! Отвлекаю. Ну это, блядь, он. Что-то я раздаю вообще конкретно, ну блин. Слышишь, не, ну а хули я тебя не убил-то, блядь? Да, она тут читает мысли, блядь. Так, фу, я не хочу с калашом уже бегать. Хотя я с ним нормально нагибал. Да, ля, к нам на базу кто-то зашел. А, убили его. Ой, живо, что-то, блядь. Во-во-во! О-о-о, да! Конечно, атакуй, я буду меня побери! Слышите, мы что-то это, херово побеждаем. А что-то, блядь. Обезьянка, я тебя видел, блядь. Блядь, почему он не сдох? На! На! Вообще тупо. Да, ну ты какой-то. А, налёг там просто. Восьмёрки ещё присутствуют, да? На! Да, не-не-не-не-не-не-не, подожди. Возьму ВЗ, чтобы кого слышать. У меня, блядь, в принципе, по бафам одно и то же, что ВЗ. ВЗ смотри, смотри, если сейчас меня кто-то не убьет. На калаше у меня дальность, блядь, 15, а здесь размен. Блядь. Так меня еще знаешь, что убьет, блядь? Меня убил другой, который сзади, снайпер был. Спать. Человек в окне видел на втором этаже. Не, ну вы меня загнать решили, да? Чё, блядь? Да, да, ну лоб, под да, ноги, под понял. Ноги прям. Да, ну, блядь, чё, снайпер, заебись, блядь. Руки, сука, сломали. Вы мне только что руки сломали. Вы шо, волк? Не, ты ж, а шо такое? Шо они какой-то дух огня, блядь, 10 на 3 играют? Вы шо, блядь? Да, на! Фак. Не, ну я пытаюсь, ты видишь, как могу, блядь. Разношу, блядь, башни, блядь, на раз. Подожди, а где эта обезьяна? Вы меня выстрелил откуда, блядь, вообще не мог понять. Да, животное, где ты, блядь? Я не понял, откуда меня вообще снял. Сука, мне на этом рендере килка мы порой не показывают, мне это бесит. Ладно, по всех их не показывал, блядь, это только, сука, у меня, блядь. Так, все, по. Так, давай, Вовчик, напрягись. Да сейчас напрягусь, блядь. Сука, напали. Ты у меня, блядь, животное раз. Блядь. Да ты же, бля... Откуда? Откуда оно... А, подожди, стоп, что? Второй, первый, втроём. Я вообще ничего не понял. Кто и откуда меня убьет? Я не пойму, откуда меня снайпер ебаный убивает, блять, постоянно. А, меня... Да он убивает, я уже услышал меня, его. Меня в лобби выкинуло, сейчас назад будет. Да, отвечаю. Я конченый, тупо отвечаю, я сношу всех, тупо тут бегаю. Давай, смотри, ну что там... Снайперов, блять. Ааа! Да, граната прилетела просто. Перебила. Заебала твоя жаба, блядь, твой рот, нахуй. Алло. Шо вы, блядь, меня нахуй вообще не загнали? Гости ехать. Гости на ко мне ехать только, блядь. Никому тут нахуй. Так, я не понял, чё ванна на первом месте, блядь? Я должен на первом месте быть. Так. Да! Когда он успел, блядь, отхилит, чтобы понять. А, ну ребят, хотите, блядь, по-черному? Сейчас, блядь. Что? Что? Какой он сейчас обдуль? Что он несет? А вообще? Этот сука, блядь, заебал нахуй. Фанатик, ебаный. Рот закрой. Тридцатку мы уже, блядь, сделали. А, какие-то, блядь, мрази. Блять, расстрелялись, так сука, блять, я тут, нахуй, не забывайте.
тысячи, там с Радоном, да, туда бегали. Я тоже хочу. Бля, там может с противоположной стороны, я ну, СВД. Смотри, 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 сейчас тупо выходит, смотри. Подожди, тихо-тихо, не подходи, не подходи. Есть. Ой, его кто-то застрелил. Я. Тип, на втором этаже, сука. Бля, тупо. Лёш, у меня патроны кончились. Ну, у меня, блядь, так одна обойма. У меня одна обойма. Ну, мы, блядь, с отрывом 7 киллов выиграем пока что. Ну, там бегать. Зайдите куда сюда, блядь, кубят все, блядь. Я жду, блядь, вообще-то, ё. Никто не выходит, да, ну. Mm-hmm. О, слушай, а я... А кто это только что, блядь, стрелял? Только что? Сейчас уйду, блядь. Я чё я с СВД бегаю, блядь, вообще понятно. Я хуже с СВД. Блядь, тут, походу... Да, а! Второй этаж, блядь. Надо подняться, разобраться. А, я рак, блядь. Отвечаю. Один хп, блядь. Так, все, на базу, на срочно болит на базу, блядь. Да, ну у меня кончились блядь, патроны, блядь. Тебе повезло, человек. 5 хп, пожалуйста, не убейте меня. Так, ну, хоть счет подвыровнял. Они там на базе что-то отираются, я, блядь, мёртв, лежу, вижу, блядь. А сейчас я пополню, блядь, патроны. Хочу сейчас просто доминировать максимально, блядь, сколько это возможно над ними. Как что там поднять, да? Блядь. Так, подожди, на втором этаже, походу, потом там как обычно. Слушай, блядь, куда стреляют, я не могу. Опа, 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 опа. Анша Абдуль, что он несет? Я хочу этого вопла увидеть, как. Руки дали. Возвращайся на базу. А ну, красавчик, добил. Да! Что это произошло вообще? Я не понял. Понятно. С другой стороны, вообще не знает, откуда меня тип больнул. Ванно прикладом убили. Хм. Да, ну отрыв, блядь, увеличивается, поэтому... Ах ты ж, ёп! Ну где ты, там... блядь? Где-то снайпер, блядь, лупанул по мне и, блядь, добили собаки. О, у него порт. Да, почему, блядь, он не сдох, я не могу понять. А, он... Сверху. Да, не, ну глянь мне, блядь, дух огня, грёбаный, ебать, он мне чётко, блядь, гранату подбил. Я бы убил, знаете, короче, блядь. Не нравится ты мне, знаешь, Анса Абдуль. Ну, блядь, эти, блядь, хмарят. Он специально мост выносит. Конечно, блядь. На! Алло. Агитатив. Алло. Слеп подтянул. Да. Так, наконец. А мы уже тебе замену нашли. Блядь. О! О! Там нет. О! Я не понял. Шо? Что хочешь? А, мне с форта этот блокоту порастрелял, блядь. Если к нему форт, отвечаю. Он бы, блядь. Пол обоим. Это я походу вальнул его. Он там обсирается. А что-то Лёха идёшь сегодня уёбывать? В смысле, куда? Ну, там на уличку какую. Прогуляться? Ну. Ну, конечно. Заниматься? Ну, да. Да. Подожди ты. Хочешь позаниматься? Что, у нас в обмен или базар? Нет? Ничего не понял. Блядь, ну, ай! Базар. Ай! Да, а чё меня выкинуло? Отвечал, мне куда? Отстреливать! А ну! Есть! 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 Блять! Что это было, блять? Почему это не записывал, отвечаю? Просто тип такой, о, брестская зарядочка. На каких уровнях орайте? На седьмых. На седьмых, блять. Да нормально, раскатываю. Тут восьмёрки. 22, 11, 17, 11, 15, 10. Да, слышишь, где-то, блять, снайпер. Давайте вы одеваете седьмые, я на восьмых, и погнали. А, нет. Да, ну что ж ты боёк, да? Я заодно РПК бы себе покачал, ну ладно. Иди на восьмые, ебать, блядь, что я тоже на восьмые одену. А вам долго еще, да? Да 3 минуты. А мне пишет 14 и... А нет, точнее 13 и 15.
Ну, типа, легкие 15-13. На, да, я просто раздаю. Ай! 15-15 сейчас. Вылетает. Головы. Причем я даже особо не заморачиваюсь, ну, на то, что я не чтобы цели таймкод отдал. Да ну что ж вас тут так ебать, блядь, колотить, нахуй. Много, много на меня одного, блядь. Да, ВЗ, блядь. Оо! Есть, 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 есть! Да! Снайпер говёный. Говёный у вас. Заиграю всё равно. Вот. Да ну, подожди, блядь, я... ебать, пока перебередите этот тупогняк с портом сын. Грёбаный, блядь. Я могу стрипкает, угод, что их отсёт мне ещё кинул. Кто, духогня? Да, он тупо... Сатанка такой, хоп, такой выпрыгнул, так. Да, наверное, резко, я на него голову, я на него жалобу кинул. Он тут бык какой-то. Оп, спасибо. Они проиграют все равно, если не этот духогня, они, блядь. I save you, bitch. Чтобы где-то лежали. Оп, теперь меня кто-то спас, да? Ой, снайпер, отлично. Спас ты, спасут тебя, заебись игра. Смотри. Ай, да! Слышишь, не-не-не, у него макросы, как минимум. Отсюда, я только что вот до угла выскочил. И просто очередь нету, как молниенос. Ну, все, я не успел, хотел СВД, переключился, хотел, ну, СВД его убить. Вообще без шансов просто. У него что-то нечисто я. Так. Блять, кто гранату кинул? Бля, блядь, ты что знал, что я выйду или что? Что ты уже там стоял пас, блядь? На пас какой грёбаный. А, наконец-то мы с ним разменялись. Удивительно. Удивительно. Он кто? Вообще как, блядь. Так. Молодец. А, ну, блядь. Мало того, что этот духогняк падла мне хедшот поставил, так еще, блядь, полностью защищен был с этим. Куча хуйня, блядь. Напоследок, меня тупо гранаты убил. Мы 70 пиз сделали из 100, блядь. Ну, втроём. Да. Даже больше уже. Чего сидим? Это нам сейчас базу. Сейчас напишу. Засну. Вот так вот, вот, блядь. Блядь, не понял. Сосни в сосну, блядь. Сосну! Кто там, блядь, у кого сосну? Вот так вот, вот, блядь. А, блядь, на пружине. В конце самого. Бежал, 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 бежал. Куда, блядь, все, нехер там писать, блядь. Прикол. Эй, слышите, я сегодня, кстати, ничего из игр нового не выходит. Я не уверен. Да, мы 70 человек наколотили, мы отряд особого назначения на золото, блядь, сдали. А то, блядь, так. Вот вот так. Если они такие умные, то почему они такие мертвые? Так, давайте дальше, блядь.